Молодой человек с ножевой раной оказался в приемном покое КБ номер 50. Оказалось, что ранение ему нанесла собственная мать во время семейной ссоры. Мать пыталась разнять драку брата своего и сына. Нанесла телесные повреждения в виде ножевого ранения своему сыну в область, чуть ниже шеи. Саровчанка потеряла свою бесконтактную банковскую карту, однако при этом счет не заблокировала. Спустя 10 дней женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что с ее карты неизвестный похитил 14 тысяч рублей. На данный момент лицо установлено. Им является гражданин П. Ранее несудимый. Возраст около 25 лет. Который нашел ее банковскую карту, бесконтактная карта. И совершал покупки продуктов питания, спиртного. Саровчанин пострадал в ДТП на перекрестке Курчатова-Московская. Водитель Nissan Тиана не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «Ладой Грантой», которая ехала впереди, остановилась пропустить пешехода. В результате пострадал водитель отечественного автомобиля. Изначально они оформили ДТП по европротоколу, обратились в страховую компанию, но потом у него заболела голова вечером, и он решил обратиться в приемный покой. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга. Также стражи дорог проводили акцию «Юный пассажир», в ходе которой привлекли к ответственности шестерых водителей, которые перевозили детей без специальных удерживающих устройств. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.